Сегодня, 22 ноября, состоялось заседание Рязанской городской думы. Фракция ЛДПР приняла участие в работе думы в полном составе в количестве 6 человек. Сегодня депутатами были рассмотрены вопросы изменения правового статуса ряда городских территорий для строительства новых микрорайонов на Московском и в Дашково-Песочном. Также были рассмотрены вопросы благоустройства городских территорий, приведение в соответствие с федеральными законами отдельных правовых документов, действующих в Рязани. Фракция ЛДПР поддержала эти необходимые технические изменения в полном объеме. Еще один блок вопросов – вопросы использования муниципального имущества, объектов недвижимости. Фракция ЛДПР поддержала передачу отдельных помещений для использования депутатами городской думы в качестве приемных. Также вниманию депутатов была представлена программа приватизации муниципальной собственности на 2019 год. Однако мы считаем, что программа приватизации должна быть не просто списком объектов недвижимости, а настоящим программным документом, планирующим потенциальные доходы бюджета от приватизации, предложения по направлению использования вырученных от приватизации денег. Или вполне возможна временная передача этих объектов в качестве формы поддержки малого бизнеса или общественных организаций. А просто все распродать, наша фракция такую позицию не поддерживает. При обсуждении вопроса о предоставлении льгот по использованию парковочного пространства для автомобилей, на которых передвигаются наши граждане, имеющие статуса инвалидов, фракция ЛДПР, конечно же, поддержала. Вместе с тем мы высказали мнение, что льготный статус может и должен быть расширен за счет предоставления льгот для ветеранов боевых действий, которых среди рязанских избирателей очень много. Также напоминаем, что программная установка фракции ЛДПР добиться полной отмены плавных парковок на муниципальной общественной земле. Следующее заседание Рязанской городской думы планируется провести 13 декабря 2018 года. Депутаты фракции ЛДПР ведут личный прием граждан каждый четверг с 15 до 18 часов в Рязанском региональном отделении ЛДПР по адресу Рязань, улица Вокзальная, дом 11. Мы всегда ждем ваших обращений, замечаний и предложений по работе различных городских служб. Вы можете обращаться к нам по телефону 37306 и через наши страницы в социальных сетях.